самого Оля, ну кого-нибудь. Там сейчас. Да, 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 я позвонил, сказали, чтобы вы сами набрали и там данные. Ну, хотя у них есть, но у вас нужны на память, как сказать. А сот у вас где? Просто выбирайте. Просто выбирайте. Вот, вот так и выбирайте. Вот, смотри. 55 выход. Ладно. Военно-морского салона. Вас приветствуют пилотажные группы русской ведомости жизни. Thank you.
Есть вроде. Дорогие друзья, внимание! Летчики готовятся выполнить очередную миссию. Я называю игру «Кошка». В составе группы из 9 самолетов. «Кошку» начали! Один! Thank you.
Слушай,
Скорость 200. Для вас, дорогие друзья, на нашу группу подбежит летчик Дмитрий Селиванов.
Луганской Роды. Летчики заходят на ростку синхронными бочками. Очень красивый ростпуск. А следующую фигуру вы увидите синхронные колокола в исполнении полковника Алексеева и гвардии подполковника Ерофеева. Начали! Синхронные
самолета Су-27. Значит, выполняет установку скорости до 200 км/ч. 30-тонная машина.